едем во своем вагоне, путешествуем. Это мы тут уже разложили кроватку, разложили. А так у нас было такое сиденье. Там коляску я положила, там для туалета. Здесь пока никого нету. Я надеюсь, тут никого не будет. Душечки. Сядь за стол. За стол садись. И ешь над столом. Ну, я так смотрела, оказывается, посмотреть можно немножко в окошечко. Сейчас я на стол посмотрю, что у нас тут принесли. Тут водичка была. Тут у нас что-то у нас. Чай. И еще чай. И это я сахар в другом месте брала. И тут еще чай. И чай. Ой, сахар. Это булочка. Булочка была. Салфеточки. Сейчас уберу сюда. Нет, освободить на столе. Да. Сейчас. Так, водичка у нас была. Еще сок. И сок. Мы уже попили чуть-чуть. Это мое. Это мой чай. Мои салфетки. Это нам салатик еще принесли. И картошечку с рыбкой. И еще были фрукты. И фрукты здесь. Так. И вот здесь уже разложили кроватку. Это одеяло. И там простынка. И там две подушечки миленькие. Все это мои вещи. Сядь за стол. И там зеркало. А тут еще телевизоры, зеркальце. Я пока не смотрю телевизор. Там вещи собрались. Тоже бумага, телевизор. Карточки свои. Везде зеркала, зеркала. И да, наверху зеркало. Ну, красоту наводить. Да. Вот. Такой вагон. СВ. Могу еще так положить подальше. Правда, там у нас это стоит. Туалет. Ну ладно. И вот так едем мы. Кошечка на дорогу, заснеженные поля, луга, домики. Вытирай нормально, у тебя все равно все это. Еще дать сахар? Давайте вытру нормально. Я лучше вытираю. А что, можно так поставить на это? И пусть он это снимает. На штатив что-то. На штатив. И пусть он снимает разговоры с ним. Вытерла? Да, я вытерла нормально. Вытерла, что ли? Нет, это уже завтра. Мама! Ты уже съела сколько? Полпачки? Нет, нельзя. Мама! Такой парк маленький, да? У тебя здесь мило. Дай немножко тебя покатаю. Ля-ля-ля-ля-ля.
души туда. Мостик здесь. А по мостику мы не проедем. С коляской будет неудобно. И за мостики. Вот там за мостики. Ладно. Такая игрушечная. Да? Так, ну мы потом давай, еще немножко пойдемся. Еще походим немножко. Да я хотела пойти покушать, пока мы немножко еще погуляем. Сейчас покушаем немножко. И на горку сходишь, да. О, ты не спи до 3, вставай в 11. А? И гулять будем до 5 как раз. Целый день. Да. Посмотрите, зелененькая, все зелененькая. Ну так. Не все, конечно, но зелененькая. Тетя все интересовалась, да. Ну так. Нифига я зелененькую. Что-то я опала. Вон деревья это и без листиков. Да зелененькая. Зелень. Вот такие деревья. Вот такие рассудки. Вот это зелененькая. Вот. Да? Тут зелененький такой маленький парк. Интересно, да? Совсем маленький парк. Ага. Зашли мы сегодня покушать в столовую. Я взяла чай. Взяли макароны. Макарошки немножко взяли. Гречку взяли. Две булочки. И я взяла рис. 122 рубля мне получилось. Да? Ладно. Это у меня... Это у нас... Кафе Диета. 122 рубля. Позавтракать на завтрак на двоих хватит 122 рубля. Кушай, пожалуйста. Вот так выглядит кафе. Ты съела? Ты не хотела есть пюре? Не будешь есть пюре? Рис взяли. Что мы взяли? Давай посмотрим по чеку. Правда, я пюре уже съела, картофельное. У нас получилось после 6 скидка. Дай. Рис 29.40. Рис. А нет, пюре 29 рублей. Рис 45. Тирамису 56 со скидкой. И чай 20 рублей. Все. Получается 150 рублей. И две тарелки с рисом. И две чашки чая. Получается по 10 рублей, да? И еще сахар. Кафе ложка. Кафе столовая ложка. Вот, и можно адрес. И адрес. Какой здесь адрес? Улица Жукова, 17-8, кафе «Столовая ложка». Вот. Адрес запомнить, можно сюда приходить. После 6 тут скидки.